Ну вот это единственное место на планете Земля, которое я называю парком, друзья мои. Вот помните, я по Москве ходил, говорю, что это, мол, за... Почему я попадаю в какое-то поле без деревьев, которое называется парком? Вот это реальный парк. И причем тот самый парк единственный, который с рождения знал, в который я ходил. Пойдем в парк. Понимаете, вот Ишкарова, он нормальный город. Почему? Потому что один парк. Нет такого, что тут парк, что этих парков, как в Москве, просто завались сколько. Нет, один парк. Вот тут аттракционы начинаются. Пройдемся, посмотрим. Эти ворота все старые. То есть они, с советских времен, короче. Это значит, аттракционы тоже, смотрите, вот этот кораблик вот тут вот. Его просто обложили пластмассой, это старый аттракцион. Я очень любил на нем кататься, вот этот рельс. Смотрите, рельс старый. Я очень любил, как он так плавно шел, вот так вот, и колесико по рельсу. И вот, ну вот я помню, как катался, но было мне тут, ну представьте, это же аттракцион для совсем маленьких, сколько мне было. Так, вот здесь сейчас важное свидетельство вам скажу, вот прямо, видите, прямо был аттракцион, по-моему, который назывался «Ромашка», если мне память не изменяет. Суть его была в том, что это такая карусель, которая вот так потом поднималась, и она крутилась на вентиляторах. То есть там включались вентиляторы, и, по-моему, он за счет силы вентиляторов вращался. Хотя, может, эти вентиляторы были и декоративные. Но вот он был именно здесь, его почему-то снесли. Вот именно вот здесь он был. Значит, вот этой лодки, естественно, не было в 90-е годы, это новшество. И, честно, я вообще не понимаю, в чем понт вот так вот. Значит, НВО еще называется. Святое название НВО. А это какая-то просто выдавливалка для блевотины.